Я отлично помню тот момент. В том сезоне я играл за нефтехимик, и, уходя с раскатки, увидел ребенка, который протягивал кулачок проходящим мимо хоккеистам. Я тоже хотел его поприветствовать, но парнишка резко убрал руку. В этом сезоне, уже играя за «Спартак», я вновь увидел этого ребенка. На этот раз он руку не убрал. Я поприветствовал его и потрепал по голове. Забавно, как ситуация может измениться с течением времени.